привет. Нахожусь в автодилере УАЗ, который находится в городе Минске, Стебенева 20В. Сегодня посмотрим все автомобили, которые представлены в данном автосалоне. Пробежимся по комплектациям, по ценам. Всем приятного просмотра. Интересует это самая минимальная цена на УАЗ Патриот. Как я могу вам вручаться? Кирилл. Кирилл. На Патриот это будет комплектация Classic. И на сегодняшний момент это будет цена 41 990 белорусских рублей. 41 990 белорусских 90 рублей. Белорусских рублей. Да. А как комплектация называется? Classic. Classic. Я понимаю, кредита у вас нет, только лизинг. На сегодняшний момент, да, к сожалению. Но лизинг мы рассчитать не сможем, потому что нужно курс знать плавает. Точную сумму, да, курс плавает. Я понял. И вообще, вот у вас здесь представлены только патриоты, а еще какие-то модели. Патриот и в кузове пикап, плюс у вас так называемая полуторка на спарке. Полуторка. Она да. Тоже, она же полноприводная, правильно? Нет. Она не полноприводная, задняя приводная. Это альтернатива газели. А он сколько стоит? 43 680. 43 680, и одна комплектация только. Ну, там можно еще добавить за 4500 рублей будет подогрев сидений. Сидений, лобового стекла. А полноприводных их не было? Нет, на спарке нет полноприводных. И также по УАЗу, патриоты, они только полноприводные идут. Совершенно верно. То есть, так, а вот на улице у вас буханка стоит. Ну, это бушная, я вижу. Буханки это у вас вообще есть в наличии? Наличие на... Представлены не могут быть, потому что разбирают полностью. Ну а хотя бы вот цену посмотреть мы можем. Цену, сколько да, примерно? Могу сказать. Комби пятиместный будет на сегодняшний день 37 200. Это вот. Комби это с кузовом или как он? Это будет, как вы называете, буханка, классический цельнометаллический кузов. Я понял, цельнометаллический 5 мест. Да. И... Ну здесь еще есть комби с блокировкой дифференциала, это будет 39 000. Угу. Максимально это будет комплектация экспедиция. С АБС 47. Ну, кондиционера, наверное, не будет, да? Нет, к сожалению. А на патриотах? Вот в минимальной комплектации кондиционер. Нет, отсутствует. Отсутствует. Начинается с комплектации комфорт 47 580. 47 580. А вообще сколько комплектаций по патриоту? Классик раз, комфорт 2, люкс 3, люкс премиум 4 и экспедиция это 5. А экспедиция это не сам, ну, максимальная или как? Это фактически максимальная. Специально крас. Оранжевого цвета. И сколько максимальной комплектации экспедиция? Это будет 62 100 белорусских рублей. Ну там уже и кондиционер все есть. Да, там уже будет климат-контроль. Климат-контроль. Понятно. А вот именно вот этот, который стоит, это какая комплектация? Это люкс премиум. А цена? Люкс премиум 55 140. 55 140. Ну его ж можно открыть, посмотреть, конечно, да? Конечно. Можно дернуть? Да. Угу. А, тут уже салон получается комбинированный, ткань кожа, да? Да. Ну это шейка кожа все равно получается, как в бюджетных и среднебюджетных автомобилях, наверное. На части сидения и спинки это кожа. Натуральная? Натуральная. Именно места подвержены максимальному износу. Угу. Ну овощи беру. Конечно. А вот еще такой вопрос. Есть ли дефицит? В сегодняшний день, да, существует даже не дефицит, а производитель просто не успевает физически. Угу. Ну вот у вас лично, вот по патриотам, какие комплектации есть? Все, которые вы назвали или некоторые? В принципе, комплектация Classic представлена мало, и мы ее везем под заказ. Это минимальная комплектация, да. Которая, да? Здесь просто, если взять, это очень спартанский салон. То есть это берут под какие-то явно... А, здесь задачи. Еще автоматическая коробка передач, да? Да, это на автомате. Существует автоматическая шестиступенчатая и пятиступенчатая. Я понял. Спасибо за информацию. Пожалуйста. Так. Еще залез, забраться сюда надо. Опа. А, ну да. Опа. Блин, ребят, у вас подогрев передних сидений, ну это 53 с копейками тысячи, да? Руль регулируется. А руль кожаный или... Да, кожаный, да? Да, кожаный. А автомат четырехступенчатый? Шестиступенчатый. Шестиступенчатый. Да. Пунч. Подразделение GM. Проверенный.
такой же на BMW X3, на BMW, Кадиллака и Камара ставился такой же. Угу. Поэтому по запасу прочности ему нужен еще такой же мотор сверху. А подогрев сидений получается только передних сидений. Передних здесь. И задних. А, и задних тоже, и да? И руль еще греется. Угу. 53 получается с копейками, да? 55-140. А, 55-140. Да, плюс подогрев лобового стекла, нити видно. Не зон еще так, а именно нет, всего лобового, а нити, да? Если присмотреться, нити видно. Ну да, да, да. Климат-контроль, передние, задние парктроники. Не, ну понятно, что у вас уже не тот, что был когда-то раньше. Ну, наверное, альтернативы нету. Вот это же рамный получается. Если правильно взять рамный внедорожник с мостами с настоящим полным приводом, привод настоящий полный. Угу. Он не перегреется, ничего с ним не будет, только если бензин закончится. Угу. То есть подключается жестко, только на скользких покрытиях используется. Ну, наверное, больше актуально все-таки на механической коробке передач. Знаете, берут и так. Угу. Кому-то автомат удобнее, скажем так. А по гарантии это 5 лет или 3 года? 3 года 100 тысяч. 3 года 100 тысяч. Блин, высокий. А двигатель получается 2.4? Да, 2.7. 2.7, да? За MZ Pro. Доработали они. Подняли мощность немного. Самое а главное, сколько он лошадок сейчас получил? 150. 150 лошадиных сил. Здесь характеристику сделали какой-то еще момент очень приятно. Едет снизу прям как дизеля. Ну дизельных же вообще УАЗов нету, правильно? На сегодняшний момент завод уже не поставляет. И, наверное, мотор только 2.7. Только 2.7. Ну, можем поставить газ с сохранением гарантии. А, даже так, это у вас, да? Конечно. Официально. У УАЗа есть и заводская машина с газом. Ну, скажем так, юридически проще нам это установить здесь, в Беларуси. Угу. А еще вот вопрос, газовые упоры. Это только в более богатой комплектации? Да. В минимальной там, понятно, палка. Да. Ну, то есть, и посмотреть, разница. Минималка 42 тысячи рублей, если округлить. Максимальная 55. То есть, разбег не сильно большой. Если брать нормальный, ну, да, 13 тысяч, грубо говоря. Да, с кондиционером она уже 47-580. И вот 47 и 55, ну, поэтому многие просто берут максимальную комплектацию. А, тут еще и передние парктроники есть. Да, да, парктроники перед, зад. Камеры нету, наверное, да? Камера заднего вида обязательно. А, камера есть, на, да? Мультимедиа выводится, конечно. Получается три места спереди, пятиступенчатая механика. Его можно сказать 10,5 кубических метров на длине на 16 кубических метров. Угу. А грузоподъемность? Грубо говоря, 1400, ну, фактически 1,5 тонны. Ну, под B-категорию это идет. Это же, да? Альтернатива Газель. Угу. Причем, если посидеть, если сидели в Газеле, нет? Вот мне, например, ну, высокому, здесь удобнее гораздо. Я сидел в новом Газеле, таком грузовом, ну, я имею в виду цельнометаллическом. Ну, и плюс подогрев передних сидений, подогрев лобового. Угу. Ну, Газели такого варианта нет. На полном приводе никак. Или все-таки можно как-то заказать? Есть вариант на полном приводе, но будет одинарный. Односкатная шиновка спереди и сзади. А, то есть и тоже с кузовом, да, получается? Да, да. А он есть в наличии? Ну, или под заказ это? Да, чтобы посмотреть, к сожалению, нет. Все уходит практически сразу. Ну, а по цене хотя бы примерно, если можно уточнить. Профи, одинарная кабина 4x4 будет 43,980. Но кабина у него будет меньше, да, чем вот? О, не кабина, я имею в виду кузов. Да, кузов будет чуть уже. Чуть если уже. Здесь выступает за габарит, то там будет, не будет. Не будет. За подлицо получается. Да, зеркала будут с другими кронштейнами. Поворотники будут. Пикап, который там, это комплектация, только кузов пикап. Кузовой отсек отдельно. Плюс надстройка ставится отдельно за дополнительный плат. А такой сколько стоит? Пикап на механике минимальная 43 560.
Максимальные 58 800. Это на 58 800. А вот именно представленные, можно узнать комплектацию? Это будет... Что скажу? Это комфорт. 47 580. Сколько? 47 580. 47 580. Вот, в принципе, оптимальная комплектация для старта, для себя покупать есть. Угу. Кондиционер присутствует. Другие блага цивилизации, которые мы привыкли. Сиденье то же самое, только обивка уже тканевая. А так... А какой объем вот именно вот этой вот платформы? Порядка 1200 литров. 1200 литров, да? Да. А длина? Где-то 1200. Ну а грузоподъемность, наверное, до тонны, да? Да. Судя по всему. Ну, а вот это открыть это... можно, нет? Да, конечно. Ну это полноприводное все. Тот же Патриот, только отдельный грузовой. Пикап просто сделали и все, да? Ну, скажем так, если работа связана разъездная, допустим, обслуживаете технику, грязную робу, инструмент, масло, то, что все ну, да. пахнет, положили в грузовой отсек, герметично закрыли, попыли, поехали. Или, допустим, лэп обслуживают, то же самое. Инструмент дорогостоящий, прикрывается кунга, вы закрыли, уехали домой. Все. А вот вы говорили, дизельные уже не делают. Были, то есть, одно время какие-то, да? Был. Мотор был от Ивека. Ну, уже давно не выпускается, да. Наверное, да? И за МЗ был. Угу. Заложский моторозавод делал. А дизель. Что, не актуально, наверное, да? Или... Ну, в принципе, дизель у нас в Беларуси. Дизель был импортный, скорее всего, дорого. А-а-а. Дизельные, ну, если взять Российскую Федерацию, где, скажем так, большинство патриотов продается, то дизель... имеет свойство замерзать большие морозы. Качество топлива, скорее всего, влияло. Ну да, в принципе, если... Если за бортом минус 40, то лучше, конечно, чтобы был под капотом бензиновый мотор, больше шансов запуститься.